Она уникальная женщина. Вот как сочетается, как все совпало. Ум, красота, интеллигентность, деликатность. Вот это самое вперед, так сказать, предвидение. Все в ней. И я очень рада, что Азербайджан такая первая леди при президенте. Потому что самое главное все-таки первое лицо, президент, да, Ильгам Гейдарович. А первая леди просто... Ну, я ее просто люблю, я восхищаюсь, поэтому у меня, конечно, все такие эпитеты идут немножечко экзальтированные, но это на самом деле так.